минуты мы установили. Вот она каска. Так, вот на высоте 1 метр. Так, на высоте 1 метр находится у нас буёк. Так, сейчас проверяем на амортизацию. Так, каску проверяем на амортизацию удара. Сейчас поближе. Она уже нагрела. Все, давайте. Опа, как она разлетелась. Вот это да. А что же пишут в каталоге производителя? Не пишут, что это ударостойкая каска. Соответствует полностью всем ГОСТам. ЕНу соответствует. Представляете? Осциллограф снять еще. Вот там улетело, вон осциллограф. Показания осциллографа. Так, показания. Так, разверните, пожалуйста. Нет, я все приблизила, все хорошо. Так, а он какие показатели, насколько там джоули показывает, да, удар, энергия удара. Показано, да. Зашкалило все. Да, да. Улетело, да, за шкалу, не видно там сколько даже. А что улетело за шкалу? Килоньютон. Килоньютон улетели в шкалу. Все, спасибо.